Начну с того, что мы познакомились с Давидом в марте месяце этого года, и у нас было более 10 сеансов. Эти сеансы дали нам очень много. У нас улучшился глазной контакт, у нас появились некоторые слова. Он стал называть меня мамой, он перестал относиться ко мне как к мебели, стал более улыбчивым, эмоциональным, более контактным. У него разнообразились игры, но оставались еще проблемы с речью, он не мог произнести слова, у него были проблемы с пищеварением, и у него была постоянно горячая голова при отсутствии температуры, и что мне было странно, никто из врачей не мог объяснить причину этого. Мы поехали на 3 недели, в первый же день нам был поставлен диагноз и определены причины такого состояния ребенка и матери. В первый день пребывания там у него уже появился кое-какой результат, несмотря на то, что ребенок устал, не спал. В первый день пребывания он уже произошло чудо. Он начал говорить новые слова. Спасибо, сказал впервые и сказал слово да. Лечение было мягким, плавным. Все происходило естественно. Никакой боли, никаких неприятных ощущений. Мы провели там 3 недели, и я сейчас расскажу о наших изменениях. У нас появились многие новые навыки самостоятельные. Тут ребенок чистит зубы, сам ставит накладку, ходит без проблем в туалет, то есть запоры прекратились у нас. Он стал каждый день выдавать новые слова, он стал фантазировать перед зеркалом и фантазировать в играх. Он стал воспроизводить сюжеты просмотренных мультиков. Ребенок запоминает некоторые вещи лучше, чем раньше. Он стал адекватно реагировать на некоторые мои просьбы. Но основные проблемы как-то были решены. У ребенка больше не горячая голова. Сама я стала лучше себя чувствовать, лучше ощущать и, как сказать, радоваться жизни. Поездка дала нам очень-очень много. Что осталось — огромная теплота и благодарность этой семье за то, что они творят чудо с нашими детками и с родителями в том числе. Я хочу сказать спасибо вам, Юсефа, Давид, вся ваша замечательная команда, за то, что вы так тепло и так по-семейному приняли нас, за то, что вы помогли нам в решении наших проблем.